Губернатор Нижегородской области, а также министр промышленности России Денис Мантуров и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе посетили сегодня ведущие предприятия Нижегородской области. Предприятие, где мы сейчас с вами находимся, ОМК, стартовало с проектом по организации производства, которое предусматривает прямое восстановление железа, а это в 3 раза будет снижение выброса СО2. Общий объем инвестиций составит порядка 150 миллиардов рублей, и к 2025 году производство должно быть завершено, организация. Это добавит примерно 5% внутреннего валового продукта региона. Мы здесь, на ВМЗ, видим рекордные объемы производства не только по отношению к 2020 году, а вообще в принципе. Наша промышленность уверенно абсолютно смотрит в будущее. Я нисколько не сомневаюсь в том, что она как и была, так и останется драйвером, таким становым хребтом экономики Нижегородской области. Это стало возможным благодаря постоянному сотрудничеству и поддержке со стороны Министерства промышленности и торговли. Поэтому мы видим перспективу такого опережающего восстановления промышленности в 2021 году. И, естественно, это уверенность еще связана с тем, что другие отрасли, такие как, например, деревопереработка, фармацевтика, химия, продемонстрировали даже в 2020 году очень значительный рост.